Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует Галина Конышева. Мы продолжаем тему доклада Хрущева на 20-м съезде. Ну и этот фильм будет посвящен вашим комментариям. И, кстати, благодарю вас за вашу поддержку. Мы мыслим в одном ключе, что называется, правильно друг друга понимаем. Конечно, есть очень негативные комментарии тех самых троцкистов, которые поддерживают Хрущева. Ну, в общем-то, это наши враги, получается. Они идут против народа. Итак, вот интересные комментарии. Галина, вы подняли тему, близкую для моей семьи. Мой отец, его уже нет на свете, был главным зоотехником в большом совхозе в Оренбургской области. Я даже, будучи ребенком, бывала с ним на его работе и видела, какое большое процветающее хозяйство было. Скотинные коровы, овцы, свиньи были племенных пород. Отец гордился своим трудом. Поля с пшеницей выше пояса человека. И весь упадок начался после посещения Хрущевым этого совхоза. Вывозили скот, в прямом смысле, племенной скот на убой. И делалось это нагло и беспринципно. Я до сих пор помню, как отец, взрослый мужик, плакал, когда не получалось отстоять вывоз скота. Отправляли его в командировки и делали черные дела. В одной из таких командировок отправили на мясокомбинат его коня-красавца, на котором он ездил по огромным полям и пастбищам. После этого мы уехали с этого места, и отец работал зоотехником в другом хозяйстве, уже не таком богатом. Есть фото начала развала богатейшего совхоза Айдерлинский. Это среди колосящегося поля пшеницы мой отец и Хрущев. Имя моего отца Осминкин Петр Федорович. Конечно, мало кто остался из его коллег, но мой отец очень любил свою работу и отдавал душу, и испытал на своей шкуре вот все то, что стало происходить уже в те годы развал сельского хозяйства. Это были 70-е годы, и уже тогда он сказал, что это вредительство приведет к голоду нашу страну. Я считаю, что он и есть голод, по всей видимости, написано. Ведь в магазинах одна трава, нечего купить. Уйдя на пенсию, отец занялся фермерством, но это уже другая тема и трагедия 90-х. Спасибо, Галина, за труд. Я хочу подтвердить, вот это просто общий такой комментарий, настоящие, потому что действительно не только вот отец этому человеку, этой женщине говорил, но и моя бабушка лично мне говорила, как происходило, как Хрущев заставил частное хозяйство, то есть у кого было свои козы, куры и коровы, заставил все вырубать, а за плодоносящие деревья заставлял платить налоги. После него начался голод. Бабушка сказала, что когда забивали скот вот в этот год по приказу Хрущева. Это он еще будет что-то про культ говорить. Неужели это ЦК КПСС полностью сделали такое? Ну, может быть, если они, тогда у них коллективная ответственность. А так это, получается, все падает на Хрущева. Было первые годы, на рынках было огромное количество мяса, потом наступил голод, естественно, потому что воспроизводства нету сельского хозяйства. Вот почему он запрещал? Не было садовых участков. Садовые участки, кстати, стали появляться уже где-то вот в 70-е годы, где-то в 75-е годы при Брежневе. Вот мы, например, мои родители купили садовый участок в 74-м году в Нижегородской области, в Горьковской тогда была область. И я помню, что тогда не было ни у кого садовых участков, и молодые инженеры с семьями, мы все ходили в походы, потому что не было этих так называемых дач. А потом, по всей видимости, ну, кто-то умный, наверное, дал возможность людям иметь свой какой-то огородик, чтобы что-то выращивать себе, чтобы действительно не было голода. То есть это была правильная мысль – дать людям землю и возможность иметь садовые участки. А Хрущев все это уничтожил. Ведь это что такое? Что такое уничтожить скот домашний? Это какой колоссальный труд. Когда мы жили на этих дачах с детства, вот мне было тогда 14 лет, и были стада коров, туда ходили, деревня была большая, Ворсма называлась, и эти стада коров ходили, и люди, которые занимались этим хозяйством, у них же, это же адский труд, по большому счету, животноводство личное, иметь корову в доме, это адский труд. У тебя ни отпусков, ничего у тебя нету. Ты ни свет, ни заря должен встать. Ты должен доить эту корову. Ты должен ее на пастбище вывести. Потом ты должен прийти ее два раза в день подоить. Ты должен собрать сено на зиму. Коровы болеют. То есть ее надо лечить. Еще что-то. Это колоссальный труд. Вот это сельское хозяйство. И это можно было делать. Люди это делали, ну, как бы по привычке.
А когда им обрубают руки, когда есть перерыв в такой работе, уже не хочется этим заниматься. Особенно вот потом, в 90-е годы, когда вообще истребили. Сейчас там нет вообще стада этих коров, нету. Но мои дети, моим детям повезло, они выросли на свежем воздухе, летом, по крайней мере, на этих садовых участках. И они питались настоящим коровьим молоком. На этой трехлитровой банке этого настоящего коровьего молока мы делали и сыворотку, мы делали и творог, мы делали свою сметану. Это вам и оладушки, это вам и творожники, и пироги с творогом, все что угодно. Плюс еще также местные жители продавали своих домашних кур яйца. То есть это все натуральное хозяйство. Где сейчас это взять? Где? Да, есть, наверное, где-то, но все уже. Вот в той самой Ворсме этого уже ничего нет, потому что обрубили руки. Те люди, которые, старики, которые еще держали коров, они поумирали, а молодежь уже все, там появились супермаркеты. И зачем держать корову, напрягаться, вот заниматься всем этим колоссальным трудом, когда можно просто купить в магазине вот это порошковое или вообще искусственное молоко на пальмовом масле, из чего оно там делается, непонятно. То есть подмена понятия и подмена настоящей натуральной еды суррогатом. Ведь так? Так. Поэтому, конечно, это вредительство, потому что продовольственная программа – это момент суверенитета страны. То есть если у вас нет своего продовольствия, и вы вынуждены это продовольствие закупать у кого-то, каким-то образом получать, то вы становитесь зависимыми. Потому что без всего можно прожить, по большому счету, но без еды не проживешь вообще никак. И Хрущев делает народ зависимым. Зависимым от государства в том числе, от государственных магазинов. То есть он становится феодалом. То есть вот это ЦК КПСС, если он на это говорит. А мы познакомимся обязательно с его докладом. Хотя я вам хочу сказать честно, я его, прежде чем вам что-то сказать, я его, естественно, читаю, анализирую. И знаете, какое у меня идет отторжение? Мне очень неприятно это все, вот по-человечески неприятно это все читать. И, скажем так, его прорабатывать. Неприятно. У меня идет внутреннее отторжение. Я вижу эту фальшь и ложь. Мне она противна. Я вижу, как он просто лгал по многим статьям. А по многим статьям там такие вещи написаны, которые не проверишь. Оказывается, они засекречены до сих пор. Тогда на основании чего это все говорилось и говорится. То есть настолько мерзко это все вранье и вот это предательство народа. То есть он поливает грязью Сталина, но кто ты сам есть? Судит ты кто? Кто ты такой есть Хрущев? Жизнь-то показала, кто ты есть такой. Ты же гнида последняя. Ты же что сделал со страной? Ты же все подорвал, все хозяйство. Кто ты после этого, как не враг? Я его считаю именно осознанным врагом, потому что делал он это не сам лично, а делал он это коллективно. И им, естественно, помогали. Как в 90-е годы сидели у нас здесь американские инструкторы, так они и тогда сидели. Вот когда он встречался с Никсоном, этот Хрущев и Микоян, естественно, они все были в паре. Там и Маленков участвовал, там бегал, там Булганин как-то участвовал. А вот Молотов и Рокоссовский, они отказались поливать Сталина грязью. А вот Жуков поддержал. То есть вот там компания вот это вырисовывается, которая несет коллективную ответственность за развал страны и за будущий развал, который пришел в 90-м году окончательный. Конечно, были силы, которые старались сохранить социалистическое хозяйство. Но как делать, если, что называется, они сами говорили, рыба гниет с головы, так вот рыба и гнила с головы. Когда вот эта элита, советская партийная номенклатура, она обуржуазилась, и она решилась оторваться от народа и стать просто собственной отдельной властью над народом. А ведь была в Конституции сталинской 1936 года прописана диктатура пролетариата. А потом уже в Конституцию 1977 года, это уже, кстати, после смерти Хрущева, то есть дело этого Хрущева, его компания, его компашки, оно жило. И получается, при Брежневе они внесли уже диктатуру пролетариата, убрали, а оставили руководящую роль партии, и партию поставили над народом. То есть руководящую роль партии, а диктатура пролетариата и народа все ушла в небытие. Вот таким образом они себя оторвали от народа и поставили над. То есть вот будут
овцы и будут волки, что называется. Ну, а потом и их оторвали. То есть сначала им позволили вот этой глупой элите стать элитой, что называется, буржуазной, в социалистическом государстве. У них было отдельное, у них, мы знаем и помним, как у них были отдельные магазины, у них было отдельное снабжение, у них все было отдельно. Поэтому люди стали стремиться попасть в эти семьи, в этот элитный круг. А у народа все было как обычно. Дефицитом создавали. Народу создавали дефицит. Поэтому кто есть такой Хрущев, и что он натворил, и какое он имел право, он и его компания, говорить что-то плохое о Сталине, в чем-то жизнь показала. И еще комментарии. Сталина называли параноиком, Сталина называли то, что он никому не верит, что он такой подозрительный, что все у него враги. А что, не было поводов и оснований, что ли, у товарища Сталина так думать? А что, на него не было покушений, не было таких, как Хрущев, его окружение? Они же показали себя, Микоян, Хрущев, Жуков. Они показали после смерти, как они на самом деле к нему относились. Но они точно так же к нему относились и при жизни. Разве нет? Но только при жизни они не смели даже вякнуть в эту сторону. Кулуарно, может быть, да. Кстати, тоже сделаю вам потом отдельные ролики уже по книгам, которые по информации из исследований историков. Там очень интересные моменты сейчас обнародованы, напечатаны. И показать, как это все происходило, как они себя вели иногда, вот, ну, иногда кажется, просто глупым образом, потому что они в кулуарах или по телефону, или своим женам, или между собой не говорили такие вещи про Сталина. Но на что это было рассчитано? Ведь знаете сами, сами же друг на друга клевещете, сами пишете доносы друг на друга. Сколько писем они писали товарищу Сталину, я вообще не знаю, ему надо было заниматься только разборкой этих писем. Они постоянно жаловались. Вот сейчас это обнародуется, вот это колоссальное количество этих бесконечных писем каких-то друг на друга, и покаянных писем, когда их арестовывали, и жалобы друг на друга, этого сместите, этого сами-сами писали на всех, какой плохой, кто троцкист, кто враг, сами друг на друга капали, чтобы занять его место. Сколько их писем, их наверное, тысячи были. Я очень сильно сомневаюсь, что Сталин имел возможность, даже просто время, разбирать все эти письма, как на него сваливает Хрущев в этом докладе, что он лично там принимал решение, не уверена. Если он и принимал решение, то, может быть, по какому-то небольшому проценту уж каких-то совсем явных таких личностей. Все остальное сами, товарищи, ваша коллективная ответственность, это ваша так называемая, в кавычках, естественно, берем, партийная ответственность, это вы сами на местах это все делали, потому что заваливали Сталина письмами. Их тысячи было. Это невозможно физически человеку просмотреть все эти письма. Тогда бы ему оставалось больше не государством заниматься, не строить государство, промышленность, готовиться к войне Великой Отечественной, а только заниматься читкой этих писем. Это, говорю, все это будет в следующих фильмах, потому что это отдельная тема, она большая, но там очень интересный материал. И тем более сегодня сказано, что многие... Даже не многие, а большинство дел, так называемых, на которые Хрущев в своем докладе опирается, что вот эти репрессии, террор, они до сих пор засекречены. Спрашивается, а с какой стати? Если Хрущев прав, если Сталин такой плохой, давайте покажите нам эти дела. Почему же они у вас до сих пор засекречены? Чего же вы так боитесь-то рассекретить перед народом и показать свою правду? Либо там нет вашей правды, поэтому вы секретите, потому что там нету вашей правды. Либо правда будет такая, что вы выглядите совсем с другой стороны. То, что народ просто догадывается, вот, а это будет документально подтверждено. Ваша сегодняшняя вот эта позиция, как вы сюда залезли окончательно, как вы нам угробили социализм и сделали вот этот капитализм со звериным лицом, не суверенного государства. Вот еще один комментарий. Да нет, Галина, все не так, Галина. Нам видится с нашей стороны немного иначе. То была не бомба, то была очередная прореха, которая не выдержала латку. Если об СССР, и опять же, следуя вашей логике, Галина, это всего лишь эпизоды из 400-летней истории противостояния прожженного Запада и неопытного, не готового к открытой подлости, даже отчасти наивного русского мира. Ну, отчасти скажу, но все-таки 70 лет продержались вот на этом сталинском конструкте.
Не заглядывая вдаль, пока только об СССР. С 30-х годов на Сталина, как и на строителя нового, небывалого и крайне успешного, покушаться готовы были по 3 раза на дню. Я согласна с этим, да. На вечеринках под бокалы, во всеуслышание ора морали, как их, я не буду проговаривать, этот горец, также открыто строили планы свержения. Действительно, они действительно, их же можно было взять и записывать на пленку. Все вот, они же, в принципе, не скрывались, они настолько себя вольготно чувствовали, ничего не боялись. Именно о планах свержения это все было. Сам Сталин, проходя по коридорам, вспоминал, что иду и не знаю, за какого угла и кто пустит пулю. Сначала его это тревожило, но потом даже закалило. Но это стоило здоровья и нервов. И, разумеется, чтобы развернуть строй подобно Франции, к примеру, без монарха, и всем власти хватит, чем не жизнь. Эта проклятая каста, так называл он зажравшихся вчерашних товарищей по партии, но, видать, не по идее. Сионисты, троцкисты, бывшие, кого там только не было, желавшие поквитаться со Сталином, и даже те, кто вчера брал Берлин на свое, победителей не судят, услышали, судят и еще как. И они перешли на противную сторону. То есть интересы многих просто сошлись, как звезды на небосводе. Заинтересованы были многие. Те, кто крутился верха, кто питал иллюзии перемен для своей касты. Партия вся выбита. После войны никого не осталось. Погибли буквально все, отдав жизнь за светлое будущее. Абсолютно согласна с этим. Лучшие погибали во время войны. Мало того, их бросали на погибель, такие же, как Жуков, Тимошенко. Есть опять-таки исторические исследования. Уже сегодня есть по документам, есть историки, которые все-таки зашли в эту тему, не побоялись и сделали свои работы. И о них тоже можно поговорить. Ну а кто остался или кто отсиделся, то пояснений не требуется. А теперь о 20-м съезде. То была очередная перегруппировка, не более. Да и со смерти Сталина прошло уже 3 года. До этого прибили Берию. После, ну, Берия, да, не склоняется. Прибили Берия. После Хрущев слетал в Женеву. Это требует некоторого пояснения. Женева, 1955 год, Хрущев слетал, и армия сократилась. СССР пошел вспять. 1957 год и социализм был законно с изменениями в Конституции и реформами отменен. Женева 2, слетал Горбачев. После этой Женевы произошло, пояснять полагаем не надо. Женева 3, Путин слетал. И можно проследить всю цепь событий, пока непонятно, чем завершаются все эти Женевские соглашения. Так что это не бомба была, а цепелин, который, как могли, протыкали, пока он окончательно не завалился на бок, и гиены не накинулись на все то добро, которое было в гондоле, созданное не одним поколением наших дедов и отцов. Вот такой есть комментарий. Вот я его опубликовываю. И еще один комментарий. Польский масон Гасвицкий, Хрущев... Ну, то ли перемутр его называют, не знаю, я пока не знаю, у меня нет вот 100%, но говорят, что он не тот, за кого себя выдает. Вывел советские войска из Австрии, да, вот я про это тоже знаю, он вывел советские войска из Австрии еще тогда, в 1955 году, потом в феврале 1956 устроил развенчание культа личности Сталина на 20-м съезде КПСС, после чего в апреле... Вместе с Булганином поплыл в Лондон за получением денег. И почему его потом убрали, а вместо него Куусен поставил команду реформаторов Косыгин, Андропов, Брежнев и другие, которые сразу в 1965 году начали готовить и проводить экономические реформы, разработанные на Западе для СССР. Я согласна с этим. Вот я жила в это время и могу сказать, что да, чувствовалось. Во-первых, был момент, еще расскажу, что я ребенком чувствовала, собственно, на себе, живя в рабочем поселке. До 72 года, вот я помню, у меня было ощущение, что все вообще отлично идет, просто супер-супер. В нашем простом магазине продовольственном было все, буквально все. У нас продавалась даже поясная икра. Мясо было разное, колбасы были, несколько сортов, было все. А вот в 72 году я почему-то отметила это резкую перемену. Продукты исчезли. Исчезло мясо. За мясом стали только в мясных магазинах и огромные очереди. И если тебе попадется какой-нибудь суповой набор, ты уже будешь счастлив. Но, естественно, там старались найти каких-то своих знакомых, которые выносили это мясо сумками там, по 10 килограмм. Пока основной народ стоял в очереди, выносили по 10 килограмм себе нормального хорошего мяса и набивали холодильники. Все. А потом появились у нас колбасные поезда в Москву.
То есть все, что мясо было, а Нижегородская, Горьковская область, она была очень мясная, там колхозов было огромное количество. Там только разводи этот скот. Все условия для этого созданы, для животноводства в Нижегородской области. Они стали разоряться, колхозники стали спиваться. Потом, вспоминаем дальше, у нас студентов всех посылают на картошку. На картошку посылают коллективы заводские, то есть едут, потому что нет колхозников. Он обезлюдил, я говорила вот в предыдущем фильме по 20-му съезду, Хрущев обезлюдил деревню. И это продолжалось дальше. То есть это тенденция, чтобы люди уезжали, молодежь уезжала из деревни, что там нечего делать, ты там просто пропадешь. Эта тенденция продолжалась и дальше. И уезжали в города на заводы. А заводы раздувались непомерно. Так огромное количество, тысячи людей. Вот на том же нашем заводе работало тысячи рабочих. Куда это все девалось? Куда девалось все это производство? Естественно, в 90-е годы, когда это все рухнуло, и людям перестали платить зарплату, куда они все делись? Конечно, стали умирать, спиваться, умирать. Опять пытались уйти в деревню, но там все разрушено, все хозяйство. Я не знаю, а эти люди просто были уничтожены. То есть собрали народ с деревень, направили в города на производство тысячами, толпами, настроили вот этих хрущевок, а потом все обрубили. Это что, не было запланировано? Это случайность какая-то? Нет, конечно. Сейчас понятно, что это не случайность. То есть надо было угробить, сократить население. Они это сделали, как Чубайс нагло и цинично сказал, 30 миллионов, я думаю, гораздо больше. Просто не вписались в рынок. Вот Чубайс вписался в рынок. Все это по-хрущевски, конечно, просто не вписались. И в конце 80-х годов, да, в конце 80-х, лозунги, глупые лозунги, которые уже никто не смотрел и никто их не воспринимал. Потому что люди уже понимали, что что-то не то, когда это Горбачевская перестройка. И коммунизма неизбежно. И партия Советского Союза, народ, мы идем к коммунизму. Это уже был троллинг советского народа. Оболваненного, оболганного, потерявшего все ориентиры. Вот это как примерно было. Это было по ощущениям. И ты ощущаешь себя абсолютно молодой, огромное количество энергии. Я вот помню, что мне хотелось делать дело, мне хотелось какого-то большого настоящего дела. Мне казалось, что я могу любой цели достигнуть. Вот столько было сил. Я знаю, что не только у меня было такое ощущение. Но ты есть, и ты не нужен. И вот эта фраза тоже была не только у меня. Вот ты есть, но ты не нужен. Как недавно говорил несколько лет, пару или тройку лет назад, где-то на каком-то форуме мэр Москвы Собянин, он говорил, что на селе там еще где-то осталось 30 миллионов лишних людей. Вот как они говорят о населении. Они говорят как боги, как будто они бессмертные, вечно живущие, лишние люди. Но не вписались они в рынок. Понимаете, какой цинизм, какое самомнение. Вот где культ это, вот Наполеоны все такие. Какое презрение к человеку труда, к человеку земле, вообще к коренному жителю. Кто они вообще такие, откуда они взялись? Куда их занесло в их мозгах? Большой-большой вопрос к психиатрам, кстати, по поводу вот этих всех культов личности. Не было никакого культа личности у Сталина, потому что народ его сам прославлял за его труд и за его работу. Просто народ видел этот труд, видел каждый день в своей семье, каждодневно. Он видел результаты труда именно Сталина. И он его прославлял за это. А вот зависть таких, как Хрущев, потому что Хрущева и сейчас не плюнуть нельзя, потому что он сделал все, чтобы об него вытирали ноги, об его память вытирали ноги, такие, как Хрущев. Вот Чубайс уйдет, от него такая же, вот так же будут вот просто плеваться в него будут. Вот Солженицын, ну вот памятники ему поставили Солженицыну. Назвали улицу именем Солженицын. С какой стати? Вот большую коммунистическую переименовали в улицу Солженицына. А на своем 20-м съезде Хрущев как раз об этом и говорит, что вот он культ заключается в том, что переименовали улицы вот при жизни Сталина. Это значит культ. А при жизни Солженицына тоже переименовали. Значит, это тоже культ. Вот создают культ своим этим самым. Они спрашивают народ, население. Ну, пройдет это какое-то время, и, естественно, переименуют эту улицу Солженицына и назовут вещи своими именами.
и памятники Солженицыну. Я вот, кстати, как, поскольку я занимаюсь прогулками по Москве, по допотопной Москве, я против того, чтобы устранялись, убирались памятники. Но я за то, чтобы, например, на памятнике Солженицыну написали, как есть, табличку повесили ему на шею на веревках, ну, из металла сделанной, что Иуда, да, вот не надо там краской поливать, вандализм, зачем заниматься, просто Иуда и прикрепить, и все, и написать, что за Иуда, то есть подробно. А рядом, допустим, рядом монумент Дзержинского поставить, рядом там, который смотрит на вот этого Солженицына, и все, и оставить так. И приводя людей, группы людей к этим памятникам, есть что рассказать. Вот это вот Дзержинский, который все свои силы, жизнь свою положил на дело рабочего класса. А вот прототип, вот это антипод, это Солженицын, вот это предатель, против которых Дзержинский, против таких Солженицыных боролся, вычищал их, чтобы народу жилось легче. Вот зато наглядно можно показать. Так что я против сноса памятников. А вот улицу Солженицына, конечно, и проспектом Солженицына. Но зачем в Москве два этих Солженицына? Это, конечно, все будет переименовано. Это я так говорю, как я одна из народа, а у нас у народа единственная власть, даже по сегодняшней Конституции РФ, которую написали американцы, что народ – это единственная власть. Вот и все. Мы народ, и мы единственная власть. Может быть, они, конечно, свой народ имели в виду или какой-то другой народ. Может быть, библейский народ они имели в виду. Но мы воспринимаем так, как написано. Народ. Мы есть народ. Ну и в завершение, поскольку и так ролик получился довольно длительный, я зачитаю еще один комментарий, который сейчас тоже пойдет на опубликование. Галина, не могу словами выразить свое восхищение вашим докладом. Каждое слово поделаю в точку. Я всегда думала, также чувствовала каким-то седьмым духом, что Хрущ – предатель и родоначальник падения СССР. Любой нормальный человек справился бы с управлением после Сталина. Такую могучую страну нам оставил вождь. Были планы к реализации задумки Сталина, его записки «бери и делай», «просто следуй линии Сталина». А этот все наперекосяк сделал, выродок. Знала бы, что с нами творят еще тогда, сама бы своими детскими ручонками задушила бы гадину. Вот это то, что оставил после себя Хрущ, что называется. Вот и вся любовь. Вот это мнение простого народа. Вот так вот. И время расставило все по своим местам. И сегодня неизбежно будут восстанавливаться памятники и Сталину. И вот уже Дзержинскому памятник поставили. Еще не на Лубянке, но дойдет дело и поставят, вернут на Лубянку. А, говорю, таких, как Солженицына, конечно, говорю, раз он же стоит, этот памятник, пускай себе он стоит, но надо туда добавить табличку «Иуда, предатель». Вот, а памятников Хрущеву, насколько я понимаю, нет, кроме как на Новодевичьем кладбище Эрнста, неизвестного памятника, ну, довольно интересный, с отрубленной головой белой, с черно-белые камни, довольно интересные, хотя все остальные работы Эрнста, неизвестного, я уже разбирала на своем канале, бездарные, какие-то сатанинские. Но вот памятник Хрущева оказался, в общем-то, таким с большим-большим вопросом. То есть якобы это двуличность Хрущева. Не знаю, там, наверное, все надо было сделать черным. И вот эту отрубленную голову, это как раз в их стиле сатанинском. Они любят эти головы отрубленные. Везде они где-то как-то их подсовывают, засовывают. Но это тоже отдельная тема. Кстати, Михаэлса, вот, говорят, что это Сталин, по заказу Сталина, по прямому приказу Сталина, нету нигде никаких доказательств, ни одного вообще доказательства нет, что по приказу Сталина. Но есть такая информация, у меня вот, я нашла эту информацию о том, что Михаэлса, да, их убили, его еще одного там человека в Беларуси, и как будто бы переехала машина дважды, да, там грузовик переехал дважды. Но дело в том, что у Михаэлса была отрублена голова. Это сказал в одном из фильмов один человек, связанный с чекистами того времени, с КГБ, в ролике вот в одном. И не знаю, найду я этот ролик или нет, но это очень интересная заметка, потому что это как раз их почерк. Это почерк сионистов, хабадников, это как раз их тема любимая. Так что, ну, естественно, они хуцпой же занимаются. Они свои преступления сваливают на других. Я еще раз говорю, что они продвигают это через оферты, и надо на все их оферты сразу говорить, ставить вето. Не просто запрет, а вето, которое работает сегодня и в ООН.
То есть можно поставить вето, и все так же у человека, не у всех, некоторые думают, сейчас он начнут вето ставить. Мне иногда там пишут, троллят, там, вето. Вето на, там, на Сталина нет, а ваше вето, оно вообще не работает. У вас нет никакого права вето. Право вето есть только у человека. Человека, который ощущает себя человеком на этой земле, хозяином этой земли. Который есть плоть от плоти этой земли. От нашей русской земли, от нашей Руси, огромной Руси. Вот человек честный, да, с таким понятием, как совесть. У вас нет этого понятия, вы как раз смеетесь. Вы сами, не имея этого понятия, вот эти вот, не знаю, кто вы там, в человеческой оболочке ходите и делаете, вроде бы как бы вы люди. На самом деле вы просто имитируете людей. Кто вы такие? Непонятно какая-то атрибутика, шелуха здесь на планете Земля. У вас нет такого понятия, и вы смеетесь, вы думаете, что это дураки такие, у которых есть честность, там слово держат, такие наивные, и их надо обманывать. Ну, Запад, вот у него, у Запада, у элиты, у западной, у большинства из них, у них тоже такая же тенденция. Они считают, что если человека можно обмануть, и он тебе верит, то как этим не воспользоваться? То, что можно не обманывать и жить честно, им даже в голову не приходит, потому что они же живут на конкурентном плане. То есть есть два типа сознания. Это есть созидательное сознание и конкурентный план. На конкурентном плане, вот он как раз, вот типаж его, это Запад. Вот коллективный Запад, как мы это понимаем. Естественно, там тоже есть нормальные люди, но гораздо меньше, чем почему-то вот на нашей территории, вот на территории Руси, Советского Союза, Центральной России. Почему-то так сложилось. Почему-то здесь это вот какие-то, может быть, энергии здесь находятся, из земли идут. Что здесь все-таки совесть, она сохранилась. В большинстве народа она сохранилась. Оболганного, оболваненного, обескровленного народа. Но она сохранилась, она теплится, она живет. Мало того, она живет, она начинает опять прорастать. И памятники Сталину в Великих Луках или памятник Дзержинскому сейчас поставили у ФСБшники. Это о многом говорит. Это очень хороший сигнал вот этой вот элитки, типа Хруща, хрущевских вот этих вот предателей народа. Ну, если они не являются народом, тогда они не считают себя предателями. Тогда это мы их называем предателями, если мы считаем, что они плоть от плоти народа. Если они какой-то другой ДНК имеют, и они от другой элитки, тогда да, они не предатели, они просто враги, которые кровососы, которых надо действительно уничтожать. И в этом смысле Сталин, если он это делал, если он действительно это вычленял их, если он их чуял, кого-то из них. Но с другой стороны, покажите документы, прежде чем огульно сваливать на Сталина какие-то незаконные репрессии, откройте, ребята, документы. И давайте все вместе посмотрим. А документы очень многие подчищены, чем занимался сам Хрущев. Потому что у самого руки по локоть в крови. Это уже тоже известно, историки уже это сказали, показали. Честные историки. А я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на все мои каналы. На телеграм-канал, дзен-канал. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. А о докладе Хрущева мы, естественно, поговорим, будем его разбирать по косточкам, чтобы понимать его суть, вот этой хуцпы. До свидания.